В Твери почтили память святого благоверного князя Михаила Тверского. Торжественные мероприятия прошли в субботу 5 декабря в 702-ю годовщину со дня духовного подвига небесного покровителя Верхневолжья. В честь знаменательной даты в Воскресенском кафедральном соборе в Твери прошла божественная литургия, которую провел митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. В полдень состоялось возложение цветов поклонному кресту Михаилу Ярославичу Тверскому в городском саду в Твери. В мероприятии приняли участие представители Тверской городской думы, руководства города, юноармейцы, духовенство. В 13 часов у памятника Михаилу Тверскому на площади, названной в его честь, заступил пост исторической памяти. Как отметил глава региона Игорь Руденя, в народной памяти навечно запечатлен духовный подвиг благоверного князя, пожертвовавшего собой ради спасения Тверской земли от разорения. И сегодня образ Михаила Ярославича остается идеалом мудрого и благочестивого правителя, самоотверженно преданного своему народу, заключил губернатор в официальном поздравлении.